Более 5 миллиардов рублей доходов поступило в прошлом году в консолидированный бюджет края. На 600 миллионов больше, чем в 2013 году. Эти цифры прозвучали в докладах на отчетной 73-й сессии муниципального совета. Председатель представительного органа отметил, в своей работе депутаты опираются на наказы избирателей. Главная задача совета муниципального образования состоит в обеспечении экономических основ местного самоуправления, создания предпосылок для поступательного экономического развития и на этой основе повышения качества жизни анапчан. В 2014 году было проведено 14 сессий, принято 94 решения. Проведено 43 заседания профильных комитетов, рассмотрено 190 вопросов, работают партийные проекты. В работе совета закрепилась практика проведения мониторингов, выносимых на депутатские заседания вопросов, изучения их на местах. Анапские парламентарии активно взаимодействуют с городскими властями, общественниками и молодежью. Все социально значимые законодательные инициативы не проводятся в жизнь без предварительного тщательного изучения на заседаниях депутатских комиссий. Кроме того, выездные сессии и расширенные заседания проходят совместно с общественностью и молодежным советом. В отчетном периоде организация палаты работы строилась на основополагающих принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. В 2014 году палата осуществляла предварительный, оперативный и последующий контроль за формированием и исполнением местного бюджета. Приоритетным также было осуществление контроля за реализацией муниципальных целевых программ. Анапчане дали хорошую оценку работы депутатского корпуса. Подвел итоги пленарного заседания глава курорта Сергей Сергеев. Депутатский корпус, конечно же, это большое подспорье в работе администрации. Наблюдаю действительно вникание в суть проблемы и решение, поиска решения нужного рынка. Все те, кто осуществляет разработку, принятие, особенно контрольные функции по исполнению местного законодательства, работают на безвозмездной основе с учетом личного своего времени. Глава поблагодарил депутатов за работу.